68 лет общего трудового стажа. От простого токаря до заслуженного энергетика страны. Хасан Дикинов. Его имя давно вписано золотыми буквами в историю Баксанской ГЭС. Уход на заслуженный отдых для него не стал окончанием профессиональной деятельности. Энергия и желание трудиться объединились. И вот уже во дворе рядом с домом открыт музей гидроэлектростанции. Патриот Баксанского электрокомбината Дикинов этот титул гордо носит и сейчас. Все с тем же усердием и вдохновением он теперь занимается сбором материала для любимого детища – музея. Сюда, в святая святых, он пускает далеко не каждого. Нашей съемочной группе посчастливилось здесь побывать. Сам зачинатель, сам директор, работник, да еще и гид. Сегодня эксклюзивная история звучит из уст того, кто своими руками ее создавал, а потом еще в послевоенные годы и восстанавливал. Мне все время было и что делать, и кому делать. Я токарем работал сперва, помощником-машинистом работал на электростанции. И когда мне мастером поставил, тоже я работал с большими грамотными людьми с Ленинградского металлического завода, с которым я работал, они показывали мне, что делать. Фотоистория занимает значительную часть музея. Письма, документы, вырезки из газет и, конечно же, детали агрегатов, которые использовались в прошлом. Прибор, который автоматику на электростанции способствует. Это детали, ну они после не стали, сняли с производства. Здесь на всем отпечаток Дикинова. К жизни по мотивам энергетики в его доме привыкли все. Если оглянуться вокруг и внимательнее приглядеться к интерьеру, в этом несложно убедиться. Девиз «За свет и тепло людям» в работе он переключил на другой – за мир и сохранение истории.